Тяжелый матч, прежде всего, психологически тяжело ребятам. Тяжело из этой ямы прокарабкиваться, в которую попали. Ну, молодцы мальчишки, показали хороший настрой, характер. Выстояли в тяжелые моменты, когда было трудно в меньшинстве и в равных составах. Забили нужные голы, так что с победой всех ребят. Как думаете, наиболее сложно, наверное, во втором периоде было? Там серия была моментов у Талпара. Ну да, от концовка второго периода, когда повели 3-0 и напугались, что повели 3-0. Это все, конечно, психология. Сложно все это ломать, но будем работать, будем переломать эти моменты. Тайм-аут с вашей стороны подоспел как нельзя вовремя. Ну, здесь нужно было успокоить маленько ребят, стряхнуть, и где-то паузу, где-то соперника сбить с того темпа, который они поддерживали. Влад Югов сегодня отлично сыграл, согласитесь? Да, я думаю, что благодаря и вратарю тоже мы одержали победу. По игре создали много моментов, не реализовали. И скажу так, в основном, наверное, вратарь нас один переиграл.